Здравствуйте, дорогие мои подписчики или просто зрители моего канала, представляю вам видеоролик «Ушедшие актеры» из фильма «72 метра», вышедший в 2004 году. Всем приятного просмотра. Краско Андрей Иванович родился 10 августа 1957 года, скончался 4 июля 2006 года. Роль: Геннадий Янычар, командир подводной лодки, капитан первого ранга. Галкин Владислав Борисович родился 25 декабря 1971 года, скончался 25 февраля 2010 года. Роль: старший мичман Михайлов. Емшанов Никита Владимирович родился 17 августа 1983 года, попал в ДТП и погиб 17 августа 2011 года. Роль: матрос Дерюгин. Мицыленко Леонид Александрович родился 20 января 1944 года, скончался 20 декабря 2009 года. Роль: адмирал. Коновалова Светлана Сергеевна родилась 8 декабря 1925 года, скончалась 3 мая 2005 года. Роль: баба Маня, хозяйка коровы. Чернокульский Борис Иванович родился 6 ноября 1932 года, скончался 24 октября 2019 года. Роль: эпизод. Гневышев Игорь Иванович родился 19 октября 1936 года, скончался 25 ноября 2016 года. Роль: эпизод. Облязов Александр Адильшевич родился 26 мая 1960 года, скончался 6 января 2020 года. Роль: эпизод.